Вы все нахуй. Вы все, блядь, ебаные овощи, я не знаю, с одной грядки, блядь. В скрытом пуле только я. Начались, нахуй, у всех. Подождите, стоп, они всю жизнь знали, что они в скрытом пуле? Потому что они скрытопульные. А я недавно попал в скрытый пул и только сейчас понял, что я в скрытом пуле. Они всю жизнь знали, что они скрытопульные агенты, они этим и занимаются всю жизнь. Я только недавно подумал об этом. Это то есть я догнал только сейчас. А они всегда были, всегда они жили. А где я играю? Бам. Присел. Ну у тебя мать зашла, опять этот Джисса, клянусь. Надеюсь, в GTA 5 RP его просто бульдозер переедет вместе с матерью, когда он... она его будет за ручку переводить по светофору, играет просто на шестом чувстве на радаре. Тимур, я гей, что мне делать? Кайфуй от жизни, бро. Бери от жизни все самое лучшее. Кайфуй от жизни. Развлекайся. Живи свою жизнь. Кайфуй. Анрек ебучий. Он лаки. У меня жизнерадостный составчик. Но в прошлой игре то же самое было. Почему меня опять Сатору годжу? Опять женщина и опять радарчик ебучий. Да как жить-то на... Еще клоун какой-то в пати им залетел. Вырублен. Какой я отец. Я просто батя этой игры. Дайте мне их поубивать. Я сейчас всех убью. Я сейчас всех уничтожу. Стоп, я в минусе на 70 элла. Мне нужно 7 игр всех убить. Не пизди, ты сам такой. Бэби гуд. Напишите, пожалуйста, название этого плейлиста. 4 ба. Пали. Не, вообще-то я, если что, Windows плеер, ребят. Это я так по выходным тут. Нет, я просто идеально адаптируюсь. Я могу на любой позиции. Но я Windows плеер. Но если вы въебете мне игру, я буду на вас обзываться. Какие слова будут? Ну, войс я не буду, это говорить, что вы мне репорты не кидали. После игры можно, ты что, идиот вообще? Ебать, ты затупок. Нет, ты вообще не тут. У тебя 0.8, ты затупок. Короче, тренируйся. А где флешки, блядь? Не, мать. Ой, я, кстати, с эмкой на Б только сейчас понял. Что ты новичок в игру. Ну, меня забывала эта женщина на фоне орать. Ну, ты можешь закрыть ебку свою? Не дай похуй, черт, тут флешек не будет. Да мне похуй. А кто из вас в окне играет? Нахуй. Ну, у тебя самая уебищная аватарка среди нас есть. О, видели, не регает. Я опять не купил гранаты на Б. Я вообще еб... Как я играю, блядь? Могли выйти, кидай мальпу. Нет. Уходи с Б, уходи с Б. Ухожу. В окно прыгнул. Треть. Соби его. Бладер запрыгнул. Да, бладер запрыгнул. Ты тебе ебаный. Не пика, Ральф. Там же бесшумная хуйня. Нихуя не понимаю. Короче, скиньте в чат название плейлиста. Летняя вечерняя музычка называлась. Как же его протаскивают? Ебанат, ты сюда видишь, смотришь, кто меня протаскивает? Какие вы, сука, ебанаты, блядь. Я все позиции уступил как джентльмен, как игрок на команду. Ай-яй-яй. Тетрис был. Бам. Я это говно не буду сейвить. Ладно. Все, не играй. Ни хуй в огне играешь, слышишь? На камере, пи***ты. Ну хочу поменять, какая-то она мне не нравится, если честно. Если окно дадут, также вкус ладер. Кстати, вы знали то, что с гранатами меньше скорости, вы знали? На 10. Пусть 2 мило. За белыми 2. А что мне в такой ситуации делать? Я в окне в разы ебут. Это чеку яму? Да, просто говнище трек. Ебать. Меня убили шарта просто. Как вот этот чел не умирает? Беги на 2 бика. Вопрос. Вопрос. Нет, там были когда... слова, я к любой позиции адаптируюсь. Ребят, когда вы вдвоем умираете на миду, мы 3-5, что мне на Б делать вещи? Б дом жать, скорее всего, надо. Нет, тебе надо или Зика пиздить, или Зиклэр умер. Хочешь играть с топовыми скинами, а цены на нож в Стиме стартуют от 8000, тогда тебе на Avon Market. Скидки на скины до 40%, а пополнить счет можно любым удобным способом. Avon Market — это более 60 тысяч предметов из CS, Dota 2, Team Fortress 2 и Rust. Продавай ненужные предметы по самым выгодным ценам. Покупай новые скины дешевле и удобнее, чем в Steam. Сервис имеет более 400 тысяч пользователей и свыше 2 миллионов проданных скинов. Avon Market. Покупай и продавай в один клик. Вводи промокод из описания и получи до $5 в первой сделке. Бля, этот трек я не могу. Кто его закинул? Чё за мразь? Признавайся.
Бил есть скай. Голова, голова один. Сука ебаная. Отсюда. Ох. Я маю. Ох. Как же лагает. Я маю. Выпикнем. Раз, два, три, три, три ямы. Одно хп. Два яма, один 10 хп. Как так-то? Какое хп? Ну вообще, команда должна мне... Ух, ебать, сочно было. Команда должна мне тащить, я тут самый лоуэлл в лобби. Команда не тащит. Я реально не смог запрыгнуть. Я не знаю, у меня что-то лагает как-то. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я должен... Короче, мне раунд заруинили еще. Приветствую. А фильм будет? Нет? Нет. Ты че, нытик, сука? Падла. И оцени. Не повезло. Отдохнешь сперма кота от фильма. Ебучий он лаг. Ну я даже чела не выпил. Это еще был. Вообще пизда. Ой, бля, как такое возможно в теории, блядь? Да, да, да. Ну я денег нормально срубил. Делайте бы с подвал. Бери скай. Ну в гобе из армора попробуем. Так купи ты мне. Гобе из армора, первый армор. Ну прикольная идея, вообще звучит интересно. Да, дам, дам, дам. Ранзи, поди его запихну. Нет. Двое еще. Флешка есть, мид? Как будто нет, не было смысла мне дальше прыгать. Стул убил. Вот я должен был одного убивать, сесть и ждать флешку. Либо просто ждать тайминг. Ну я не знаю, тут это бессмысленно. Кон зашел. Как будто. Там мне же 100% ебушку прилетит, да? Кон, это враг про меня не знает. Да как это... А, 99, да базара нет. Заебись, пришел. Я же говорил то, что... Он нубик какой-то, зеленый. Знаете что? Наверное, мне не нужно было приседать в том моменте. Мне не нужно было приседать. То есть до конца ебаться уже. Остаться стрейфить там вся хуйня. Да, я присел как будто. Мид убил? Полик забил кто? Я хожу на пешку. Скай, иди на взик. Да, да. Зеленый, а можешь смог ковр? Кон зашел. Кон. Кон зашел. Вы поняли? Смог это дал. Вы поняли, какой он лаг? У меня синий пострелял ему в спину, он из-за этого развернулся и пи***нул меня с одной пули. Хотя он стрелял по нему с окна, и этот идиот подумал, что чел его стреляет с шорта. Хотя это не я был. Прикиньте, какой он лаг, ебаный. Ну и этот раунд, ебаный. Как будто ебаная классика, 4-0 ведем, 4-6 сосем. Я хз, у меня всегда так абсолютно. Он скопил, короче, похуй. Не, коннектор зашел. Ай. Между уже Тетрис. Между сами и Тетрис. Ковры убил. Бомбу убил. Фолт убил. Джангл, не? Джангл, скорее всего, я хуйню. Он убил меня, по-моему. КТ. Хорош. Да, нормально. Ну вот я ему ясно. Нормально. 8 хитов, братан. А чё у меня... Саундтрек Майнкрафта не слышно. Он настолько тихий, я его просто не слышу даже. Че хотите? Вентилятор купи хороший напольный ханди. Не, я уже играл с напольным ханди. Беги плюс вандер, пытайся зафайтиться. Как только еще же драться, мы сделаем бы контакт просто. Пашки он нам смог. Кстати, обычно вдвоем делается, не? Ладно, похуй. Не-не-не, давай, пожалуйста. Оба дела, оба. Кухня, кухня, карта. Питак, питак. Что это за пи***ц? Он двоих убил. Он пикнул и двоих убил на рандом. Я ревлот, бэксайд один. За симплом. Ебаный урод стоит слева на балконе, на пистолетке. Это ужас просто. Планую, просто пи***.
Сейчас еще мне как-то да. Он делает деп, и при этом все мне ебаничек ставит. На балконе был? Да. Mm-hmm. Да. Ладно, сейчас буду. Я убью типа, который сейчас пробегает, смотрите. 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 Без ноги в коне. Ну такая вот инфа. Савик? Да, да. Мит не жмет. Головой. Странно. Я прям типа уебался, стреляю, мне не лекает. Очень странно. Под головой пикает. Ушел. Джангл под головой. Убил. Спойте джангл. Ванасар, ван. Дефолт или КТ один? КТ один, КТ один. Дефолта нет. КТ. Вы что, ты ебал? Кто убил? Какой ты ебалой, Джисса, блядь. Ты не радарщик, у тебя мать просто умерла. Из-за того, что сын дал, на красный пошел. Я не знаю, ну это... Он стоит, рампу смотрит до конца. Там три коннектора бегут. Глаза открой. Четыре пестика было. А, вы про моддера пишете или про что? Отпустил. У меня чел пишет, первое сообщение, блин, прикольно Тимура смотреть, хотя я вообще не интересуюсь КС, и только из-за него начал интересоваться этим. И мой модератор отвечает на это сообщение, Тимур тупой просто. Я что должен подумать? Нет. Что я должен подумать? Если ты застримишься, значит на работе, надо распишись, раз 50 тысяч, I'm sorry. Там чел на бест топора был. Откуда топ, музыка? Топ-мид возьмите, топ, скиньте, потом подберете. Какой-то... АСТ. С какого-то. Чё скинуть топ-мид? Нет, просто актуально подождать мидл, то же самое сделаем. Тебе надо идти. В смысле, крутой писала? Подвала нет. Семит слово. А как я мог прочитать тупой? КТ не может замениться, даже когда я, ну... Даже если я выпью, блядь, пиво, блядь. Сейчас обновлю. Водки хуй. Ну еще я не буду спать, и все равно мне не покажется. Окей. Это невозможно. Ты мог дать бойс. Окно право пикал. Это бред просто. Ну налево что? Что налево? Смог джангл, да? Мы выйдем, а парни. Давай, горит джангл, окно. Джангл тебе. Джангл даю. Ковры может быть только на... Начни. Дефолт убил. Хорош. Джангл разбей. Джангл 2 было, пойди. Ага. Блядь, ебанка. Топ мид, запушил дорогу. Да кому пи***те, идите на... Я пока вам отвечаю, блядь. Что патрон дал? Я пока вам отвечаю, меня чуть чел не убил. Не может мне показаться, короче, что парни, крутой это тупой. Ковры. Наоборот. Скиньте мне один смок сверху. И кто-то окно, дайте обычный. Я дам обычный. Я а, что кто-то КТ давал? Парни, кто-то КТ давал? Я дам КТ. Я дам два смока, джангл и голую. Выйдите ковры в тайминг под флешки наши. А как же хорошо, что у нас чел полит. Вот он хочет победить, ему лайк. Три ковры, идите. Вот, давать. Ждите смоки, ждите смоки, ждите смоки. Я за Колю куда выходить. Дай флеш на коралле. Давай флеш. Что это нахуй? Головой убил? Искра. Давай чисто, ставь дефолт. Пачка, дай. Я ковры остался. Дал море жанр. Я КТ забрал. Помогите скай в КТ, ребят. Бил КТ. Вон один где-то или джангл шлет. Серсу забрал, Серсу. Один Серсу, я забрал Серсу. Бил Серсу. Яма аккуратно. КТ, КТ. Какой я чемпион, сука, какой я чемпик, бля. Какой я чемпик. Бля, какой я чемпик. Хорош. Жесткий кол. Кол реально хороший. Я чемпик только потому, что кол хороший. Буду честен. Заберите меня, Андрей, я пойду пешек попробую видеть чел, который прыгает. Я окно дать? Я заберу, подумал. Да, дайте окно, подождите, два топ мид, я андер подойду, выйдем мидл потом. Я не спешите. Я не могу три мид играть. Он говорит, меня забрали площадь, но там один стоит. Бэшка, не прыгай. Яму пушу бил. Хорош. Два нет. Один, дорога. Бля. Ну, топ мид. Он так же, Топ мид. Топ мид у меня где-то есть. Нет, у меня в упоре. Хорошо. Бля, мне в ебучку дали, когда я стреляли не по мне. Это пи***. О, сука, это, по-моему, этот чел и пи***л на то, что команда скритопульная, да, и сам играет как скритый пул, б***ь. Я потом все забрал просто. Топ, убили его. Рез, фокус. Ебаный ужас. Он рез смотрел. Я жду бетом. Пошли три бетом, пошли по три бетом контактом просто. Амбетом, амбе прожил. Ок. Вы тут ебанутые, я отпустил, вы мне 20 смоков здесь оставили, б***ь.
Давай, давай, давай. Флешки, дал флешку. Забери головы. Сервис забрал. Бля, я ненавижу свою команду. Просто П, в прошлом раунде сказал, что она жесткая, но есть, конечно, некоторые. Бил его. Ой, такой трек у меня пиздатый. Я хочу жить под него. Но в целом желания жить не имеется, поэтому не хочу жить. Блять, у меня на экране чел за стеной, он убивает. Я не понимаю, нужно стрелять в... Короче, мне нужно... Что мне нужно сделать? Я должен стрелять в прошлую модельку, а не в будущую. И не в настоящую. Нужно в прошлую модельку стрелять. Вот такой вот разведчик. Это вообще ржака, не могу, блядь. Как мне первую плюнь в реку? Я же попал, блядь. Да, тут тебе приблизится, да? Дай плюс опять. Да, он развеял. Пик. Один на лыжи. Да, один на лыжи. Под смоком вышел. Забери пачку, желтый. Пачку, пачку, пачку. Что? Чтобы вы понимали, мой чел... Под коном. Мой чел ворвал смок. Этот чел продал своих двоих. Сдох. Точнее, вот у меня чел прошел туда, а у них сюда. И этот тип убил двоих и разменял у меня одного. Что это за что, рофлите? Как вы это... Как это в***ть можно? У нас чел два опена дал. Стоп, мы 2-5 были. 2-1. Ёб твою мать. Он продал всю команду и потом убил троих. И самое забавное, что именно вот у меня не было шанса. Он просто продал своих тиммейтов, я никак не мог знать, что он там. Я вообще ни за что умер. Стоп, мид вроде запушь. Ко давать, поздним выйдем. Ко давать. Да вас развеется, смог заколите. Фиолет туда флешка. Смока стерс нет. Дашь флешки. Скажите, когда развеется. Да, развеется. Даю. С головой. Попался. Убил под головой. Я втыкаю до холд. Давай. Это бьет. КТ. Это убил. Что-то я не понял, смог. Стоп. А чё это за смог нахуй? И стейрис, и джангл, я не понял. Да. Это откуда он прилетел? Короче, я фул прячусь, бро. Давай. Он подгрелся, застрял. Я голову просто смотрю. Можешь драться и искать их, у них денег ноль будет. Ты убьёшь. Убил упор. Вот со мной пикнем. Кон, голову. Я не пикаю. Вот они нужны. Ну, ладно, убери. Флэш. Попал в флешку. Бил по два. Он один. Зиг пикает. Вы вообще нормально? Вы мне расскажите, это нормально вообще? Как меня убивают? Просто ебучий сын, вот тут поближний бежит с МП-9 и сносит меня. А куда я стреляю? Я же стреляю. Не смотрите. Надо пробовать склеп пробивать. Я же стреляю впервые него. Куда у меня пули летят? Ай, балкон. Пал. Ай, флешка. Мне из-за этого не показалось, что налево прошел. Там еще андер. Меня очень жестко убили, я хз. Как мразь бежит. Короче, скиньте мне смок в яме сверху, я дам два смока, вы три топ-мид выйдете, шифтом пойдете под кон. Я дал хорошо. На топ-мид надо скин? Да, дайте топ-мид. Дайте окно, не давайте. Не окно, да. Ну, дайте. Да, точно. Черт убили. Малик окно дай. Так, окно игрок. Окно чел. КТ на. Убил, еще окно. Флэш, нормально. Он под КТ смог мутиться. Да. Можешь под тик втыкать зеленый. Да, делал. Я смотрю. Вышел, под смоком. Убил его. Еще скорее с КТ. Да, еще один КТ был. Кон упал. Кон упал вас. Вас под кон. Джангл. Бля. О, я пошел к этому. Пиздабол. Он забрался. Там звук такой был просто. Это я не понял, куда он падает. Ой-ой-ой. Спасибо за игру. Вот эти вот ребята гуд. Вообще гуд. Вообще, я бы сказал, даже супер гуд. Зеленый все равно какой-то сомнительный. Я не знаю, он говорит, что у него было 3400. Как у этого чела может быть 3400? Он же бот. Он прям как будто супер новичок. Но этот чел соло игру выиграл. Он нашел всех и наколил. Но этот чел не зря топ-88 имеет. Не знаю, я не могу настолько себя отдавать просто игре. Я не могу и колить, и играть одновременно. Я как будто...
А, я потому что стримлю еще так. У меня просто энергии столько нет. У меня сил столько нет, чтобы колить, играть и стримить. И все это в одно время. У меня нет столько сил вообще.